Здравствуйте, всем привет, всем! Сегодня мы готовим пиццу, да! Итак, сегодня у нас будет пицца с помидорами, с грибочками. С тестом! С тестом! С сыром! Много-много сыра! Йоу! Да! Так, ладно. Всем привет, меня зовут Алена, и сегодня мы вместе с моим молодым человеком готовим пиццу в супер такой домашней атмосфере у нас, а-ля... О! Вот так вот. И все, что нам понадобится, это... Fucking fuck. Наша камера упала в мультиварку. Начало положено. Первое, что мы делаем, это берем наш противень, включаем плиту на 200 градусов. И дальше, смотри, Саш, ты, твоя задача, это налить масло и распределить его. Сложная задача. Надеюсь, ты ее выполнишь. Масло налили. Хорошими мыслями голову зарядили. Следующее, что мы будем делать, я уже разморозила тесто, мы его покупали. Это дрожжевое тесто, но не слоеное. Так, оно чуть-чуть прилипло, как вы можете видеть. Один свой, да? Конечно, нам его хватит. Так, у нас проблемы. Ох, видишь, как я пиздец делаю. Видишь, да, профессионализм? На самом деле очень странно, потому что я вообще не ожидал, что Алена так будет делать, ну ок. Окей, и смотри, мы типа, какая разница? Расстилаем вот так вот. Только оно немножко что-то подсохло сверху, но ничего страшного так. И надо его прямо так вот типа вывести чуть-чуть, чтобы мы его внутри заполнили, а сверху так подогнули красивенько. Так, у нас тут матрица вылезает, это хорошо. Так ты держи этот край, тяни в другом. Распределили. Теперь я хочу добавить немножко хумуса самодельного, чтобы у нас такой первый слой очень нежненький получился. А я пока открою сыр. Ты можешь его натереть. 400 грамм моцареллы. Это вместо томатного соуса. Чесночком запахло. Покупайте у Алены хумус. Пожалуйста. Пожалуйста. А то у нас его дома слишком много. Да. Берем терочку. Хумус распределили. Когда она будет готовиться? Я надеюсь, что эта пицца будет вкусная. Хотя другой она быть не может, это же пицца. Это не блины. Угу. Для тех, кто следит за Инстаграмом. Полды тут. Ах, вообще, у меня уже был опыт делать прямоугольную пиццу. Мы делали ее дома, еще когда я жил с родителями давным-давным-давно. Вот, ее всегда хватало на несколько дней. Мне кажется, этой пиццы нам хватит, мне, хватит только на сегодня. Вот. Ты что, ты имеешь против толстых помидор? Все равны. Все помидоры равны. Перчик. Кстати, кто-нибудь помнит, что я Настю с Пашей называл перчиками на видео? Если помните, то подпишитесь. Короче. Саша постоянно снятся странные сны. Просто непонятные сны. Сегодня мне приснились мстители. В общем, я был на работе, никого не трогал, была ночь, ко мне прилетает Танос, без перчатки бесконечности такой, и начинает, я такой думал, все, он меня убьет, я что сказал, что Танос, не убивай меня по-братски, вот, он такой, да не, я же типа не злодей, я хочу спасти Землю, я такой, да ну, а как, вот, а он говорит, что там солнце расширяется, короче, что мы все скоро сгорим. Я такой, и что делать, Танос, давай спасать Землю. Он такой, давай, чувак. Говорит, типа, у меня нет перчатки бесконечности, поэтому мы воспользуемся технологиями, но твоя задача сделать в земле огромную дыру, чтобы я смог ее перетянуть на Марс. Я такой, ого, а насколько огромную? Он говорит, прямо до Перми. А я типа понимаю, что во сне, я понимаю, что я в Санкт-Петербурге-то нахожусь. Дыру вот от Санкт-Петербурга до Перми мне надо было сделать. Я такой, да, Танос, я сделаю. Причем я не представлял, как я ее сделаю, но я ее очень хотел сделать.
В итоге Танос улетает, я начинаю делать эту дыру в земле. Прилетают Мстители, и Тони Старк мне говорит, что они убили Таноса. А Саша продолжает трек, не понимает, зачем. А я такой, зачем? И потом я уже проснулся. Так, мы уже добавили перчик, и сейчас будем добавлять грибочки. Кажется, она будет сухая из-за того, что соуса нет. А мы сейчас этот... А почему? Вообще хумус? Мы сейчас еще яйцо туда убили. А, точно. Можем, кстати, яйцо с кефиром смешать. Зачем? Оно более такое нежное будет. Да нет. Так, яйцо. А вы яйцо сверху? Ну, не сейчас, да, яйцо добавим? Да, но на его которое надо перемешать, типа, взбить. Я думал, мы глазуни, и у нас будет наполовину пицца, наполовину от жироли. А она, по-моему, нельзя, чтобы было такое. Жутко? Да, оно может взорваться. Я, может быть, я не права. Яйцо взорвется. Тебе помочь? Мы обожаем все нюхать, кстати. Так, давай жжем. О, класс. Может, еще одно? Ну а пока кто-то трёт сыр, кто-то ест сыр. Mm. Правильно? А, правильно. Ой, какой вкусный. А еще отрежем, еще, еще потрем. Саша. Да, я знаю, что из многих у вас есть кулинары. Ну или те, кто сделает гораздо лучше и вкуснее. Это замечательно. Вот. Но мы делаем же пиццу чисто так. Для себя. По фану. Ну, заранее не надо нам говорить, что мы там плохо делаем пиццу. Мы знаем. Ну хорошо делаем пиццу, в смысле плохо. Смотрите на эту прелесть. Оп, полетело. Время 12:04. Здрасте, 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 здрасте. Так. Так. Пахнет шикарно. Какая прелесть. Что, попробуем порезать? Давай. Это немножко больно, но выглядит шикарно. Ох. Так, сейчас, сейчас, дыши, 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 дыши. Это холодно, это горячо. Так. Очень даже вкусненькая. А по соли? С хумусом вообще норм. Да. Ура, ура, ура. Я сейчас тоже попробую. И это был рецепт супер быстрый, супер простой и супер вкусный, самое главное, пиццы. Вам очень важно просто разморозить тесто, выложите туда начинку, что найдете. Это может быть томатная паста, может быть без нее. Главное, чтобы были, скорее всего, помидорки, перчики. В общем, вообще любая начинка на ваш вкус и много сыра. И это сделает все. Мы еще добавили яйцо, добавили хумус, но это было только наше пожелание. А вы можете сделать эту пиццу буквально минут за 20, и все, она будет прекрасна. И получается, мы ее держали в духовке при 200 градусах примерно 30 минут. Этого ей хватило для того, чтобы зажарить и стать очень-очень вкусной. Ну и до этого минут 5-10 все мы раскидали все ингредиенты и все. В общем, кушайте с удовольствием, радуйте себя и своих близких. Я вас очень сильно люблю и увидимся уже скоро.